Выйти на сцену оказался под силу двум десяткам команд. Это и просто хоровые коллективы школы, и туристические клубы. В жюри лауреаты различных фестивалей авторской песни. Любовь Рачеева, Виталий Филимонов, Оксана Варушкина, Сергей Котлов, Наталья Клименко. В итоге лауреатом первой степени стала гостья из Осетии Мария Козлова. Она исполнила песню о родном городе Владикавказе, которую написала ее мама Карина Партиспанян. Мария исполнила и свою авторскую песню про маму. Лауреаты второй степени – команда «Паруса надежды» из 22-го лицея. Выбрали песни участников клуба авторской песни «Сочи» Юрия Григорова и Екатерины Дышиковой. Автором песни лауреатов третьей степени команды «Обана» стал также участник клуба авторской песни Алексей Хохлов. Песня называется «Большой Кичмай». Именно там, в конце мая и летом, разворачивается ежегодный детский туристический лагерь, где все эти песни звучат уже у костра. Yeah.